Кассиопея попала в Мурдом летом прошлого года. Кошка жила на улице и сильно травмировала глаз. Он есть, но видеть им питомица не может. Подписчики группы приюта ВКонтакте часто сравнивают ее с Беззубиком из мультфильма «Как приручить дракона». Кассиопея – это очень классная кошка. Во-первых, она реально красавица. То есть у нее шикарная пушистая шуба. А плюс у нее чудесный характер. То есть она очень ласковая, она мурчащая, она очень игривая, активная. То есть она вообще шикарно подойдет в семью с детьми, потому что она будет с ними играть, бегать, прыгать, носиться. Но при этом и для взрослых она будет шикарной подружкой, потому что, опять-таки, она ласковая. То есть она будет забираться на коленки и мурчать. Кассиопея около полутора лет, она стерилизована, вакцинирована, поэтому забрать ее можно уже сейчас. Волонтеры также очень хотят найти дом для юной феи. Она дочка Тюра, о котором мы рассказывали в предыдущих репортажах. Поступили они в приют с третьего КПП. От отца она тоже переняла свой характер, то есть она ласковая девочка, она любопытная, но она немножко стеснительная и пугливая. Поэтому если вы захотите забрать ее домой, то вам придется немножечко подождать, чтобы она привыкла к дому, а потом уже, когда она почувствует себя владыкой вашей квартиры, то она, конечно, в полной мере покажет свой чудесный характер. Фея тоже уже готова к переезду в семью. Кошку стерилизовали и вакцинировали. Выбрать и забрать к себе пушистого друга можно в приюте Мурдом. По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 908 762 09 51 или пишите в группу приюта ВКонтакте. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.